Здравствуйте, я хочу взять эту пачку чипсов. Алло, вы меня слышите? Ну что за безобразие? О, кажется, сюда еще кто-то идет. Всем привет! Чего стоим? Мне бы побыстрее за все рассчитаться. Продавщица уснула. Ничего себе! А это еще что такое? Это я, Джесс, решила прикупить чипсов Принглс. А ну, разойдись. Ой! Ничего себе! Как же здесь прикольно! Блин, мне достался всего лишь один кусочек тортика. А вот у меня просто гигантский торт, покрытый другими сладостями. Ты не знаешь, что такое по-настоящему гигантский торт. Только посмотрите на него. Я даже не вижу, где он заканчивается. Ну вот, у всех такие аппетитные торты. Хотя, я же на диете, так что оно и к лучшему. Мне нельзя есть много сладостей. Но, конечно, очень хочется. О, да! Этот тортик просто нереально вкусный. Оказывается, Грейс может лопать сладости с невероятной скоростью. Что-то я и правда переборщила. Даже вилочку помяла. Но ничего, зато было очень вкусно. В этом я даже не сомневаюсь. Поэтому очень хочется поскорее попробовать свой торт. Начну я, пожалуй, с цветных конфеток. О, да! А теперь можно пробираться и поглубже. Ну что, внутренности тортика почти съедены. Осталось разобраться с шоколадками. Это я могу. Шоколада много не бывает. Или все-таки бывает? Фух, больше в меня не влезет. Вообще-то тебя ждет еще один уровень тортика. О нет, никогда не думал, что скажу это, но я устала от сладкого торта. Точно, у меня есть идея, как от него избавиться, но при этом не выбрасывать. Я сделаю из него шоколадный коктейль. После такого обильного приема пищи нужно хорошенечко попить. Ох, теперь я не только наелся, но и напился. Джесс, твоя очередь. Наконец-то. Я, пожалуй, ничего придумывать не буду и начну поедать этот торт сразу с шоколада. О, как же это вкусно! Джесс! Аккуратнее! Торт выглядит так, будто совсем скоро свалится прямо на нас! Ням-ням! Джесс, отвлекись! Да посмотри уже наверх, он же сейчас упадет! Выглядит как Пизанская башня! Какой ужас! Но мы предупреждали! Джесс, ты как? Все в порядке? Я теперь вся грязная из-за этого торта. Только посмотрите, это же ужас. Вот это умора. Теперь тортик можно есть прямо с тебя. Думаю, с одним кусочком острых чипсов я справлюсь. А вот мне досталась целая пачка. И чем вы недовольны? Посмотрите, какая куча лежит передо мной. Согласна, все не так уж и плохо. Я начну. Думаю, с этой чипсинкой я разделаюсь быстро. Знаете, а я думала, что будет гораздо хуже. Она даже вкусная. Ой. Ой-ой. Ой-ой-ой-ой. Остро, но терпимо. Ну что, Грейс, твоя очередь. Если столько дыма было из-за одной чипсинки, что же ждет меня? Надеюсь, я выживу после этой пачки. Стоп! Зачем же мне есть эти чипсы поочередно? Будет куда быстрее и проще, если я с помощью этой кувалды раздроблю чипсы на маленькие кусочки. А теперь я просто выпью эти крошки. И чтобы было легче, я запью все это водой. Ну
что, погнали. Мне даже смотреть остро. Фух, так и правда гораздо легче. Квентин, можешь и ты есть эти ужасные чипсы. Я сильный, так что с кучкой чипсов я справлюсь. Кажется, я погорячился. Фух, пронесло. Значит, поехали дальше. Квентин, Квентин, Квентин! Давай ты сможешь, Квентин. Ты очень вспотел. Давай я тебе немного помогу. Спасибо, девчонки. Я с этим справлюсь. Все окей. Последний рывок. Ты сможешь. Ура! Молодчина! Ты сделал эту пачку! Да! Или она сделала меня! С этим срочно нужно что-то делать! Точно! У меня есть идея! У меня тоже! О! Наконец-то этот кошмар закончился! Эй! Вы что делаете? Да я же уже перестал гореть! А теперь мне холодно, и я мокрый! Я бы хотела попкорновый шарик побольше. А мне и этой кучки хватит. А вот меня ждет огромная башня из попкорна. О, да! Но первый есть будет Грейс. Ей сегодня совсем не повезло. Я просто обожаю такие попкорновые шарики. В них попкорн соседствует с очень вкусной массой, которая держит его вместе. Вкуснятина! Кстати, с этим шариком можно очень весело играться. Как аппетитно тянется! Смотрите, сейчас я кое-что сделаю. Теперь у меня красный носик, как у клоуна. Но круче будет, если я все-таки его съем. Вот да! А у меня есть идея получше. Почему бы не склеить из всех этих шариков человечка? Он будет ходить по столу и нападать на всех. Джесс, ты первая! Какая глупость! Грейс, этот попкорновый человек добрался и до тебя! Я не могу оставить это просто так! Придется наказать этого хулигана! Оказывается, это и правда вкусняшка! А еще каждый из этих шариков с разными вкусами. Не терпится поскорее каждый раз пробовать. Выглядит это так себе. Квентин, какой же ты неаккуратный. Ну и что? Главное, что мне было вкусно. Ну что, Джесс, твой черед лакомиться этими шариками. Наконец-то. Дело в том, что я просто обожаю попкорн. А еще я хочу слепить из множества маленьких шариков один большой. Тогда в нем будут сочетаться все вкусы. Классно я придумала, правда? Ого, он и правда очень большой. Но самое главное, он мой. Эй, ты куда? Нет, стой, не уходи. Ого, надеюсь, Джесс все-таки его догонит. Подожди, не убегай от меня, остановись! Куда же ты? Ох, ну и ладно, я уже устала за ним гоняться. О, нет, кажется, этот шарик решил съехать с горы обратно. Помогите! Спасите! Что это с Джесс? Не знаю. О, нет! О, нет, это тупик! Остановись! Это было довольно жестко. Бедная я. Было так неприятно. Хотя одновременно и очень вкусно. Ну вот, у меня всего лишь один мармеладный червячок. А у меня целая горстка. Только посмотрите, какая куча конфеток передо мной! Такого количества мне точно хватит!
И почему только мне не повезло? Надеюсь, мой червячок хотя бы самый вкусный. Думаю, нужно помочь Квентину преодолеть это натяжение. Ой! Спасибо за помощь, Джесс. Червячок у меня и правда вкусный. Нашел чем хвастаться. Единственным червячком. О, ко мне пришла одна гениальная мысль. Я не буду есть обычный мармелад. Я сделаю из этих червяков кое-что очень вкусное. Почему бы не превратить их в настоящий ресторанный десерт? Итак, для этого мне понадобится клубничный сироп. А теперь добавим немного посыпки. Ну что за красота! А есть такую красоту нужно палочками. Все-таки я как будто сижу в дорогом ресторане. Хотя, плевать. Есть руками будет быстрее и вкуснее. Вот да, это верх блаженства. Джесс, тебе еще долго? Не терпится начать. Давай-давай, приятного аппетита. Наконец-то! Есть руками мармеладных червячков – это мое самое любимое занятие. А как же поделиться с друзьями? Ну уж нет, я сама слопаю каждого червячка из своей тарелки. Каждого, говоришь? Тогда есть у меня для тебя один подарочек. Думаю, он тебе понравится. Это тебе за жадность. Ого, Квентин, здорово ты придумал. Дружок на базе, ждем реакции. Странно, а где мой червяк? Кажется, Грейс его проглотила и даже не заметила. Ой-ой. Как странно, а почему у меня на языке что-то шевелится? О нет, это же живой червяк! Какой ужас! Это совсем не смешно! Подписывайся на Мультидо Челлендж, чтобы не пропустить такие же крутые, смешные и захватывающие челленджи. Оставайся с нами, тут всегда очень весело.